Потому что когда Иисус Христос умер для наших людей, для израильтяне люди, потому что он, он, приехал сюда, он приехал только для израильтяне люди. Он пришел просто для наших людей. Еще раз. Он пришел только для наших людей. Да. В сказали, что когда он умер, что все законы Бог уже удалил. Сейчас у нас милость, мы можем делать, что мы хотим. Мы посмотрим, если это, это правда, если это, что Он сказал. Мы открываем сейчас книга Матфея, глава 5, стих 17. Не думайте, что я пришел наручить закон или пророков. Еще раз. Не думайте, что я пришел наручить закон или пророков. Не наручить пришел я, но исполнить. Иисус Христос здесь сказал, я не приехал или я не пришел что я буду наручить все законы, которые его отец сдал у нас через его и тоже через, через пророк Моисей. Нет. Что он сказал? Не наручить пришел я, но исполнить. Но исполнить. Потому что христианские люди сказали, что он уже исполнит, все законы, это значит, что мы не должны соблюдать его за поверь Все христианские сказали, что он уже умирал, это значит, что мы можем сделать, что мы хотим сделать. Все христианские сказали, что все заповеди или законы он уже наручил, когда он умирал. Но это не что он сказал. Они сказали, что он исполнит все законы. Это, это так. Если он уже исполнил все законы, сейчас мы можем сделать, что мы хотим а мы посмотрим, если это что он исполнит. Или что он исполнит в этой книге закона. Потому что он об этом сказал. Потому что он об этом сказал. Или, как я могу сказать, его апостол сказал об этом. Потому что его апостоле сказал об этом, что он исполнил. А сейчас мы открываем. Книга Деяния. Книга Деяния. Глава 3, стих 18. Книга. Книга Деяния. Глава 3, стих 18. Бог же предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Еще раз, Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Что он исполнил? Он исполнил, что... Ветхого Завета уже сказал, что все пророки уже писал, что он будет пострадать для наших грехов. Он умирал для наших грехов. И все. Он не исполнил все, как сказать, 10 заповедей или все законы он сдал наши люди через Моисея. Потому что если они, если они сказали, что мы можем сделать, что мы хотим, что это значит? Что я могу убить моих соседей. Это правильно? Конечно, это неправильно. Конечно, это неправильно. Сейчас открывайте Первижон или Юану. Глава 3, стих 4. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Грех есть беззаконие. Это что грек значит. Это определение для грек. Еще раз. 1 Иоанна, глава 3, стих 4. Всякий, делающий грек, делает и беззакония, И грек есть беззаконие. Еще раз. 1 Иоанна, глава 3, стих 4 всякий делающий грек делает и беззаконие и грек есть беззаконие. это грек определение. это грек определение. Сейчас еще раз открывайте мы открываем книгу Матфея. глава 5 стих 17. Не думайте, что я пришел наручить закон или пророков. Не наручить пришел я, но исполнить. А что Иисус Христос исполнил? Он пострадал для наших греков, и он умирал для израильных людей. дальше. Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земли, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Еще раз. Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земли. Небо и земли. Небо и земли. Ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона. Потому что есть некоторые крышечные и простые законы, которые он сдал наши люди. А мы не считаем эти Закони кой ни А о это, обета ми прочитаем потом. Поэтому это сегодня тема основные закони Бога. Еще раз. Матфея, глава 5, стих 18. Ибо истина говорю вам, да коли не приедет небо и земля, ни одна йота, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Пока не исполнится все. Потому что в этом Завете вы будете читать, что Он будет спасить израильтяне Люди, настоящие израильтяне народы. Они все сейчас в плене. Наш Спаситель будет потом спасить наши люди. Это Он уже не исполнил. Он это уже не исполнил потому что мы сейчас еще на все земли, между всеми народов. Дальше, стих 12. Итак, кто наручит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малей, чем наречится в Сарзве Небесном. А кто сотворит и научит

Подумайте на все церкви или все церковь. Все пастор у них там сказал, нам это не нужно, что мы будем соблюдать все его заповеди, потому что он уже умирал для все люди. Все люди. Нет. Иисус Христос не пришел для всех людей. А об этом мы прочитаем сейчас. Открывайте, пожалуйста. Матфея, глава 15, стих 24. А мы об этом прочитаем и послушаем, что он сказал здесь. Он это сказал. Он сам это сказал. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим самом дома Израилева. Еще раз, это прямо от Иисуса Христа. Матфея, глава 15, стих 24. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим в самом дома. Израилева. Израилев. Он сказал, что только, только, только. Когда они сказали, что он пришел для всех людей, они не поняли, о чем он говорил. Он объясняет, он еще раз, он тогда объяснял, что он пришел для всех Израиль люди, которые Бог рассеял на всех земли. Потому что, когда Он приехал, Иисус Христос пришел, все Израиле люди уже на все народов. Мы об этом уже прочитали на последнем видео или старом видео. Идите к нашему каналу и посмотрите это. Посмотрите, пожалуйста, старые видео, которые мы сделали. Бог рассеял всех израильных народов на всех земли. Это второзаконие 28 стих 64. Или, или, второзаконие глава 4 стих 27. Он рассеял все израильские люди, все 12 племени на все народов. Еще раз, еще раз. Матфея, глава 15, стих 24. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Только для Израиля люди. Давай сейчас мы приедем обратно. Назарфу, глава 5, стих 19. Итак, кто наручит одну из заповедей сик малейшик и научит так людей? Сик малейшик. Малейшик, маленький закон. Маленький закон он сдал наши люди. Если вы, если вы научите люди, что они не должны соблюдать все его законы, это очень-очень-очень опасно. Это очень опасно. Потому что это не что он здесь сказал. Послушайте, Послушайте. Итак, кто наручит одну из заповедей сик малейших и научит так людей, тот малейшим наречится в небесным. Небесном. Такие люди будут, как слуги. Это что он здесь сказал? Это что это значит? Когда он сказал, что тот малейшим наречится в небесным? Небесном, значит, что это такие люди. Они будут малейшим, малейшим нарочиться в созве Небесном. Например, сегодня. Какие люди сегодня Фу ниже, Фу ниже на всей земле? Это чернокожие люди, латиноамериканские люди и крайне американские люди. Почему? Потому что мы не соблюдали его заповеди. И такие люди, которые научатся, люди, что они не должны соблюдать все его заповеди, это будет тоже, когда Иисус Христос будет здесь еще раз или обратно. Они будут слуги. Еще раз, они будут, они будут Еще раз. Они будут слуги. Вниже, в ниже фосазва Дальше. Стик 20. Не, еще одно, не, не, не. Мы продолжаем. А кто сотворит и научит, если вы соблюдаете его заповеди, а вы научите люди, что они будут сделать, все его заповеди. Это его обещание для вас. Тот великим наречится в Царстве Небесном. Вы будете велики в Царстве Небесном, если вы соблюдаете и научите люди, что они будут соблюдать все законы. Все законы. Не законы, которые вы хотите соблюдать. Нет, все законы в книге. Дальше. Стих 20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжков и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Еще раз. Стих 20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Почему он это сказал? Потому что тогда, есть эти группы, называют фарисеев, и тоже книжников группы. Они тогда научили люди, что они должны сделать, что Бог заповедал, Но они ничего не сделали. Они ничего не сделали. И об этом мы прочитаем сейчас.

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на мой севом седалище сели книжники и фарисеи эта группа эта группа эта группа еще раз тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на мой севом, сдалисье сели Книжники и фарисеи, стиктры и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Эти книжники и фарисеи, они будут, они будут говорить, надо соблюдать Бог законы. И вообще они ничего не сделали. Еще раз. Стих 3. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают. Поэтому он раньше сказал, что наш, наша праведность должна быть лучше, чем эта группа фарисеев, людей и книжников. Если, если наша праведность не лучше, вы не можете быть в его Саде Небесной. Давай еще раз, еще раз. Открываем. Книга Матфея, стих 5. Нет, извиняюсь. Давай еще раз. Мы открываем. Книга Матфея, глава 5, стих 20. И говорю вам, если праведность ваша, праведность ваша, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в созвание Небесной мы не можем быть в Иисус Христос. И все пророки, и все наши предки, Авраама, Исаака, Якова, в Сарство фосаз, А что такое праведность? Что такое праведность? Что это значит? Сейчас мы прочитаем библейское определение. Мы открываем сейчас Второзаконие, глава 6, стих 25. Второзаконие, глава 6, стих 25. И всем будет наша праведность. И всем будет наша праведность. Иисус Христос говорил о нашей праведности в Матфеи, глава 5, стих 20. Еще раз. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все си заповеди пред лицем Господа. Сказать, что все, все си заповеди пред лицем Господа. Бога нашего. Бога нашего, как Он заповедал нам, не как я хочу, не как вы хотите, или как ты хочешь, нет, как Он хочет, как Он заповедал. Это наша праведность. Если мы будем сделать все заповеди, как Он заповедал. Дальше, дальше. Me adcrivai em si chas, fonovam zavietam. Joana, glava chiterinacet. Stick picnacet. E choros, me chas adcrivai em. Me chas adcrivai em, fonovam Kniga Joana, glava Стик 15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Наш Мессия сказал, если любите меня, потому что это очень легкий сегодня сказать, я люблю Бога, я люблю Иисуса Христа. Это очень легко сказать. Но Он сказал, если вы любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Много людей в церкви сегодня сказали, я люблю Бога. Я люблю Иисуса Христа. А ничего они не сделают от закона Его. Он его, он прямо здесь сказал, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. И все. Это тоже так вы можете показать его. Или вы можете доказать его, что вы любите его. Или вы любите его отец. Потому что все эти заповеди он сдал

Głowa 5, styk 3. Ibu eto jest lubow ku Bogu. Ibu eto jest lubow ku Bogu. Czto by my sobludali zapowiedzi Jego. 1 Joana. Głowa 5, styk 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Его заповеди не тяжкие. Не трудно. Мы можем сделать эти все законы. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.